А в соседнем Чебаркуле поводов для радости мало. В выходные под лед провалились два ребенка, отдыхавших в лагере. Спасти их не удалось. Сотрудники Миасского управления ГУЧС еще раз обращают внимание всех. Выход на тонкий лед строго запрещен. Дети отдыхали в загородном лагере «Каменный цветок». После прогулки воспитатель не досчиталась двоих ребят – 8-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Самые ужасные опасения подтвердились. Дети решили прогуляться по тонкому льду, провалились и утонули. А за два дня до этого на озере Большой Кременкуль под лед ушли 6 человек. Один из них утонул. Толщина льда сейчас составляет 5-7 сантиметров. При такой толщине прогулки по озеру могут закончиться плачевно, напоминают специалисты. Лучше воздержаться от похода на водоемы в ближайшее время до того, пока лед не нарастет до 10 минимум сантиметров, когда это будет уже вполне безопасно. Мы ежедневно мониторим ситуацию с толщиной льда. Об изменении толщины льда можно узнать на сайте управления ГУЧС или на сайте администрации Миасского городского округа mias.rf.